Ререволюция вернулась на трон своей вселенной, ибо кто, как не я, несет ответственность за все риски и управления. Тебе удалось свергнуть меня с моего трона, ибо, как известно, когда верхи не могут, они за не хотят, на лицо революционная ситуация, грех не воспользоваться. И ты не растерялась, захватила власть, а меня отправила мотать срок в дальние дали, в низкие низины. И если для тебя эти несколько лет пролетели как один день, то для меня один день муки тянулся как 7. Ты превратила и изменила порядок моего мироустройства, очистила от вековых завалов, изгнала заматеревшие страхи и обиды, предубеждения, сломала ненужные большие заборы и заграждения. Огромная работа была проделана тобой. Я благодарна тебе за это. Но время твоего правления завершено. Я возвращаюсь из ссылки, чтобы занять свое законное место властительницы моего мира. Тебя же я не прогоняю из своего царства, а оставляю своим советникам и назначаю на пост министра. О, любовь! Ререволюция.